Ребят, всем привет! Честно скажу, не хотела сегодня такого, не планировала видео снимать. Но не могу не поделиться с вами вот такой красотой. У нас на этой неделе вообще невероятная теплота пришла. Сегодня вот я проходила мимо здания, на здании показывало плюс 20. Октябрь, конечно же, на удивление, очень теплый. И до конца недели вот должна вроде бы продержаться такая же погода. Поэтому благо, что сейчас, конечно же, такие достижения технически позволяют снимать все, что ты видишь на ходу, на телефон. И он у тебя всегда под рукой, и можно заснять это все. Листья, конечно же, уже многие на многих деревьях попадали. Но на тех, на которых еще не успели, они просто разноцветные. Ну, я не знаю. Мне кажется, в такую погоду хочется снимать каждый шаг на улице сделанный. Просто невероятная погода. Вот какая красота. Время очень быстро пролетело. Вроде бы совсем недавно я гуляла и снимала видео для вас, болтала с вами. Здесь вся аллея была зеленая. Вроде бы как только неделю назад это все было. Уже успела все листья опасть. Пахнет так осенью, вот именно опавшими листьями. Ну вот. Разве это не красота? Но мне почему-то именно вот в такую погоду, осенью и солнечную, почему-то так всегда грустно становится. Не знаю почему. Даже больше, чем тогда, когда идет дождь. Какое-то умиротворение наступает. Видно, что и сама природа грустит. Ой, посмотрите, какое небо. Это полностью такое летнее-летнее небо. Ну, уже, к сожалению, в 6 часов уже темно на улице у нас вечером. В 6 утра еще темно. Скоро время будет переводить. Вообще будет намного раньше темнеть. Ничего. Так, пошла я чуть быстрее и буду включать по возможности камеру, если что-то еще интересное буду видеть по дороге. Вот как красиво, правда? Такие минуты просто понимаешь, что нужно оценить каждый прожитый день, каждую секунду дня. Жизнь быстротечна, и, к сожалению, очень часто мы об этом забываем и не успеваем сделать то, что хотелось бы. Так, не будем о грустном. Ой, паутины такие летают, просто постоянно в лицо все летит. Перепады температуры сейчас очень сильные. Под вечер еще тепло, но ночью и под утро где-то у нас было градуса 2-3, ну а сейчас 20. То есть когда выходишь рано утром, тебе нужно очень хорошо что-то тепленькое одеть. А днем и в этом всем тепленьком будет жарковато. Вот какие листья. В парке сейчас очень классно, я думаю. В Козловке. О, или вот там, где я вам показывала, когда мы ехали по дороге в Казимеж Дольный. Я думаю, там уже за эти 2 недели листья стали такими желтыми-желтыми.
Ну вот, посмотрите, какое дерево. Красивое, красивое. Я очень много фотографий в эти дни выкладывала в Инстаграм, потому что точно так же хочется делиться красотой с вами. Шла уже домой и хотела вам еще показать. У нас сейчас пошло просто нашествие божьих коровок. Вот. Именно на солнечной стороне дома. Даже не знаю, почему. Как-то вот именно сейчас они активизировались. Вот мои цветочки. И сейчас вам кое-что еще интересное покажу. А интересное будет вот что. Это косметика. Конечно, интересная она для девочек больше всего будет. Я сейчас немножко ограничена так освещением, потому что солнечные дни все реже, и солнце не очень длительно светит нам в квартиру, скажем так. Поэтому с плохим освещением видео косметики снимать очень сложно. Но сегодня вот хочу показать то, что у меня накопилось за несколько месяцев. Давно уже не показывала свою косметику. Тем более вот еще со вчерашнего дня, с 9 получается, в Росмане скидки минус 55. И до этого, и, по-моему, они еще длятся в Драгерии Натура. Тоже до 50% скидки на декоративную косметику. Я некоторые товары специально не открывала, хотела дождаться и открыть их вместе с вами. Поэтому сейчас будем смотреть, быстренько вам расскажу и покажу, что я накупила. Так, начну, наверное, из того, что я купила в Драгерии Натура, чтобы не путаться. Так, значит, вот эта марка Пьер Рене, она только в Натуре представлена. Это компактная пудра. Ее очень-очень хвалят девочки здесь в Польше местные. Они очень так с большим удовольствием ее рекомендуют. Вот решила попробовать и я. Так, значит, это у меня номер 05 Soft Beige. Я еще ее, ой, не пробовала. Она еще новенькая у меня. Специально держала, чтобы вам показать вот в неиспользованном виде. Она настолько мягкая, настолько комфортно ложится, но я ее еще не пробовала. Вот здесь, ой, вот, есть зеркальце и вот такая, вот такой спонжик, которым очень удобно будет пользоваться. Я думаю, что я, наверное, сегодня исключительно просто покажу вам, чтобы сориентировать, что можно приобрести в Польше. А отдельный обзор по качеству этих продуктов буду отдельно снимать, чтобы не перегружать вас. Так, вот это жидкая подводка для глаз Essence Super Fine Eyeliner Pen. Waterproof, его тоже очень все хвалят. Так, затем это я еще впрок накупила, потому что у меня один уже закончился, один сейчас я пользуюсь, карандашик также марка Pierre René, польская марка. Это карандаш для губ номер 7. Это просто находка, потому что без него я уже не могу никак. То есть я его использую под любые помады и блески. Очень универсальный цвет. Так, вот это такая находка, новинка. Марка Catrice. Жидкие вот такие тени для глаз. Они немножко у меня слежались, и поэтому выглядят не очень вот, красиво. Вот. Но на самом деле они безумно красиво ложатся на веко. Так, и вот это Lip Lava I Heard Makeup. Это британская марка. Она также у нас недавно только появилась в Драгерии. И это вот такой блеск для губ. Да, Liquid Lipstick с витамином Е. Вот так она выглядит, эта помада. Солнышко здесь пробивается так. И вот такой у нее спонжик. Да, я ее уже пользовалась и расскажу
потом попозже, как она мне нравится или нет. Так, значит, это у меня номер называется Forgiven. Так, теперь перейдем к тем товарам, которые продукции, которые я купила в Росман. Я смотрю, что, ну, наверное, больше всего преобладает эта марка Эвелин. Вот сразу вот так. Я думаю, что это уже становится моя самая любимая марка косметическая. Так, начнем, ну, наверное, вот с самого такого базового. Это гигиеническая помада SPF 20. У меня из этой серии уже была другая с ягодами, ежевики, по-моему, если не ошибаюсь. Очень хорошая марка, она мне очень нравится, норвежская вот эта формула, и Neutrogena, если я правильно читаю. Мы пользуемся лосьонами для тела и очень хорошие концентрированные крема для рук. Теперь, наверное, перейду вот к этим блескам. Марка L'Origine, если не ошибаюсь, это тоже польская. Акварель. Два вот таких блеска для губ. Они достаточно плотным слоем ложатся. Это то, что я успела попробовать в тестере. В магазине так. Один номер 422, второй 423. Ну, таких пастельные тона. Так, затем я почему-то полюбила марку Max Factor. Вот эту помаду вы, наверное, у меня уже видели. Это мат, помада из матовой серии, номер 05 Nude. Так, и вот эта новинка, очень такой нашумевший, еще очень мало отзывов об этом тональном креме. Я его тестила не один раз уже в магазине и вот решила наконец-то его купить. В нем есть вот такие небольшие вкрапления, и они просто подсвечивают кожу изнутри. И даже она идеально, эта тональная основа ложится на коже. И выглядит здорово. Ну, буду пробовать. Она еще вот запечатана очень хорошо. Новенькая. Вот такой есть дозатор. Все отлично. Все классно. Так, дальше. Вот это я оставлю, наверное, на закуску. Это я еще тени не открывала, не смотрела. Вот такой еще купила матовая серия. Я так предполагаю, что это начали отдельно Эвелин марка выпускать вот такие матовые помады не в вот этом наборе, без карандаша, потому что ну, выглядят они идентично. Номер у меня в этот раз, ну, тоже такие они, конечно же, все пастельные тона. 03 Cream Nude. Марка Эвелин лак для губ. Это также новинка. Стойкий Long Lasting Gloss Effect. Значит, будем пробовать. Номер такой же очень такой нюдовый-нюдовый. Сатин Нюд, он так и называется. 11. Затем марка Эвелин. Вот такую я купила помаду. Это Platinum серия. Вот так выглядит этот цвет. Это 478. И также марка Эвелин, матовая серия, номер 500, Velvet Matte. Вот так она выглядит, помада. Сейчас, вот так, вот, сфокусировалась. Купила еще вот такой лак, потому что у меня тут уже полностью высох. Это большой минус вот именно вот этих гибридных лака. Они очень быстро высыхают на ногтях, но также они очень быстро засыхают. Поэтому купила еще раз номер 207, потому что он мне действительно очень понравился. И еще купила вот такой Oh My Lips набор. Матовая помада номер 08. Очень мне понравился этот цвет. У меня 01 уже есть. Но я смотрю, что
Я карандашом снова не смогу пользоваться, потому что он безумно темный. Ну, именно под вот эту помаду я пробовала уже его наносить, но мне и без карандаша эта помада очень нравится, поэтому эта серия уже испробованная, только новый номер я купила. И перехожу к самому такому вкусному продукту. Это марка Viba, это польская марка. Она такая нашумевшая очень, эта палетка. Вы сами видите, на какую палетку она похожа. Поэтому и девочки ее также очень хвалят, говорят, что идеальное качество этих теней. Я хотела приобрести Max Factor, но мне очень не понравилось, потому что там цвета расположены, сами тени, очень близко друг к другу. То есть там практически не было перегородок. Я знаю, что это жутко неудобно, потому что тени, ну, как бы они там, как бы ты ими не пользовался, они пылят, и они просто пачкают друг друга. Так, это все упаковано очень добротно и красиво. И смотрим, что же у нас здесь внутри. А внутри у нас, ух ты, все очень солидно упаковано. Так, солнце, конечно же, в принципе, может быть и лучше, что оно вышло. Мы сейчас посмотрим, как они блестят, эти тени. Так, неожиданно все так упаковано. Вот так выглядит сама палетка. Так. Сейчас я ее открою. Одной рукой даже не пытайтесь открыть, не получится. Здесь, к сожалению, не магнитная такая защелка, но это ничего не меняет. И вот какие просто шикарные цвета. Это просто мечта, я думаю, любой девочки. Здесь есть и матовые. И также есть блестящие, причем блестят они очень красиво, так элегантно, не перламутр, а именно вкрапления. Они все, вот я вижу, цвета все подписаны, ну, просто вот такая фишка у них. Так, это вот защитная пленка на зеркальце, есть кисточка. Я надеюсь, что она удобная, в принципе, у меня есть и другая, но я думаю, что будет... И, возможно, пользоваться и этой кисточкой. А, красота! Просто уже не терпится открыть все дальше и попробовать каждую тени, каждый цвет. Классно! Так, ну вот это вот все мои покупки на это время. Буду пробовать и тестить все, что я накупила, и готовить для вас отдельный обзор. Все, если есть у вас возможность, конечно же, воспользуйтесь такой скидкой 55% и 50%, потому что это очень действительно выгодно. И всем пока-пока!